10 лет истории и тысячи спасенных жизней. Красноярский кардиоцентр празднует свой юбилей. В честь десятилетия кардиоцентра родилась его история в книге. Первой книге, так она называется. В ней больше 500 уникальных фотографий, через которые рассказана история кардиохирургии Красноярска. За это время в центре провели около 50 тысяч операций на сердцах и сосудах, причем как взрослым, так и детям. Запечатлел все самые трогательные и серьезные моменты работы хирургов фотодокументалист Алексей Снитков. 3 года он днем и ночью снимал, как работают врачи и спасают жизни людей. Главный врач кардиоцентра Валерий Сакович рассказал, что он мог позвонить фотографу когда угодно. К слову, большинство операций проводят как раз в ночное время суток. Так проще и быстрее доставить донорский орган, когда на дорогах пусто. Есть в книге разные фотографии. От стандартных операций до момента, когда пересаженное сердце начало биться. Сегодня книгу презентовали сам главврач центра, фотограф и митрополит Пантелеймон. Она писалась везде, она писалась в кабинетах, она писалась в операционных. Эта книга не пишется в каком-то конкретном месте. Вот авторы, они сидят здесь, в этом зале. Каждый заведующий рассказывал о своем отделении. Там есть прямая речь наших сотрудников.